Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и сегодня мы поиграем в Небесные Войны на сервере Кристалликс, дорогие друзья. Ну вы спросите, где же, черт возьми, твой скин, Демастер? Я сам не знаю, я вообще на другом аккаунте сейчас играю. Вот на Демастер 1337228, короче, потому что... Ну потому что со старым маком случилась беда. Я сегодня ночью баловался, кое-что тестил, мы просто перешли на новую систему. Пока что всех подробностей сказать не могу, но если все прокатит и... А прокатить-то может, то будет вообще класс. Я только встал, поэтому немного заторможенный, поэтому себя буду тупить. Меня сильно грязными носками, ссанами не закидывать, потому что... О, неплохо, неплохо. Так, это у меня уже есть, это все возьмем. Что-то долго я все набираю, прям даже замечаю сам. Так, ну железным топором, в принципе, можно уже убивать, нагибать, овладевать. Хотя все-таки, мне кажется, каменный... Нет, ладно, потом заберу это дерево. Каменный меч, он будет получше, потому что у него есть криты. Железного топора критов нет, хотя урон у них идентичен. Это, как бы, многие люди просто ошибаются, потому что говорят, что типа, вот, зачем, когда можно бить топором и красивее, типа, все дела. Вот, но я считаю то, что криты, они очень часто спасают. Криты, они действительно, вот это ощутимая вещь такая, это криты. Эти криты. Вот, так что не недооценивайте криты, дорогие друзья. Тут стрельнул стрелой, между прочим. Вот оттуда стреляет в алмазной броне чувак стрелами. Опасность. Так, с той стороны, собственно говоря, ничего не вижу интересненького. Здесь еще несколько снежков, еда. Снежки — это вещь полезная, поэтому я их, пожалуй, возьму. Черт, забыл выключить телефон, мне там оповещения всякие приходят. Это плохо. Знаете, как я сделаю? Кстати, да, это хороший план. Разолью здесь воду, а здесь заберу лаву. Блин, телефон, зачем ты шлешь мне? Ух ты, нифига, он прям передо мной. Он еще жив, мать твою. Лол! Я его закинул на тот остров! Но если бы я не разлил воду, то тогда бы он был бы уже мертв. Либо мне надо было просто поставить блок, чтобы убрать воду. Вот, такие дела, дорогие друзья. О, он меня скинул. Почему лава-то не поставила? Смотри, ты... Мечом бей, мечом! Пока, парень, все, до свидания, все, он ушел. Отличненько, дорогие друзья, минус от алмазника, это прям как бальзам на душу. Фух. Ну, сейчас я играю без скитов, как вы видите, все, то есть, как бы, изи, изи-пизи. Ну-ка, погодите, я могу ставить лаву? Да, могу, а почему она не ставилась? Тогда, видимо, я слишком резко это нажал, поставить лаву, и она не захотела ставиться. В принципе, вот, наверное, единственное логическое объяснение, к которому я могу сейчас прийти. Так, ну что ж, где наши враги-то все? Не вижу, даже вот здесь немного дерева, я, наверное, возьму его. Не знаю, почему парень его не обрубил, почему он не взял снежки из сундука. Какой-то странный был пацанчик просто. Вот, но, ну теперь все окей. Блин, так, это, надеюсь, не будет записываться. Да, это не будет записываться. Так, снизу тоже ничего интересного не было. Сначала сломать этот блок, потом сломать этот блок. Нет, наоборот, надо было сначала сломать тот, потом этот. Так, ладно, ладно. Мы отправимся вот туда, там уже почти все дорожки сделаны. Главное, конечно же, не наткнуться на самого главного злодея, чувака с луком. Потому что, как я понял, он там один, либо их там двое. Либо это команда против меня осталась. Либо это еще два рандома, но один из них точно с луком, потому что это либо у алмазника был лук, он решил против меня его не юзать, либо я хз. Так, ну ладно, на тот остров надо продвигаться потихонечку. Вот таким вот образом, все, я уже здесь. Ничего нового, ничего интересного. Быстрее, 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 быстрее. Он идет сюда, нет? Придет, не придет. Надо, чтобы если он залезет вниз, то я смогу лава его облить. В этом-то вся и фишка заключается. А если бы я сейчас быстренько поторопился и выбежал бы к нему, я бы его успел булавой залить и все. А так, блин, нет. А, но на него идти, вот здесь вот очень плохой мост сделан, на него идти довольно-таки сложно. Мы зажали чувака вдвоем. Я дождусь, пока они начнут повпашиться. Вот я в таких ситуациях был миллион раз. Ой, чувак-то с луком опасен. Особо опасен.
Поджигаем. Эх, ну у него была чуть получше защита, чем у меня, плюс он выпал из лука, и я застрял в этом баге Майнкрафта. Слэш хабаемся. В общем, в принципе, можно сыграть даже еще одну игру, я думаю, но на другом каком-нибудь сервачке. Но хотя, блин, у меня же нет здесь випки, короче, и даже админки, я не могу зайти на переполненные сервера. Поэтому, ребят, давайте на этом закончим. Такая вот обычненькая серия SkyWars. Ну, играл вроде нормально, под конец почти затащил. Немножечко мне не хватило. Надо было тоже лук скрафтить и просто заспавнить его боу-спавнингом. Хотя, в принципе, там ничего по пути-то не было. Я, в принципе, не сильно в сундуки смотрел. Надо было сделать лук. Но я вот все забываю, что нужно сделать лук против тех, кто сам играет с луком. И как бы это полезная вещь. Вот. Но на этом все. В принципе, я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на Кристаллик, сыграйте. Возможно, сейчас лаги уже пропадут, именно сегодня. Потому что мы примерно оптимизировали систему в 6 раз. То есть вчера в 6 раз оптимизация была хуже, а теперь в 6 раз она стала лучше. Ну, тяжело объяснить, даже не в 6, получается в 3 раза. Да, в 3 раза мы поставили 4 новых прокси-сервера, а до этого их было 2. То есть весь онлайн распределялся раньше на 2 сервера, теперь онлайн распределяется на 6 серверов основных, которые держат всю массу онлайна. Вот такие дела, то есть на 1000 онлайна на один сервер. А до этого было 3000 онлайн на один сервер, и когда было по 2000 на один сервер, еще не лагало. То есть, вот когда становилось уже где-то 4600 онлайна, 4200, лаги начинались прямо жуткие на сервере. Ну а теперь все должно быть шикарно, ребята. Ну а это все. Спасибо за то, что смотрели это видео. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Всем удачи и всем пока.